декабре 2023 года в состав Тихоокеанского флота вошел атомный подводный крейсер «Красноярск». Характеристики АПК проекта 885М «Ясень-М». Длина 130 метров, водоизмещение надводное 8600, подводное 13800 тонн. Экипаж 64 человека. Мощность грибной установки 31,6 мегаватта, это около 43 тысяч лошадиных сил. Предельная глубина погружения 600 метров. Дальность подводного плавания неограниченная. Ясень-М имеет смешанный архитектурно-конструктивный тип с однокорпусной конструкцией на части длины корпуса. Вооружение проекта 885М. 8 533-мм торпедных аппаратов, в боекомплект которых входит 30 торпед, торпедо-ракет, крылатых ракет большой дальности или мины. Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» или «Верба» для использования в надводном положении. 8 универсальных пусковых установок SM-346. В каждой может размещаться модуль на 5 ракет комплекса «Калибр ПЛ» или модуль на 4 ПКР «Оникс». В будущем в боекомплект войдут и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также на «Ясени-М» установлены 4 ВПУ системы противоторпедной защиты «Модуль Д». Дальность противокорабельных ракет 600 км, дальность ПЗРК 6 км, дальность ПЛО 50, а крылатых ракет до 2600. АПК проекта 885М – это дальнейшее развитие проекта 885 без использования подсистемы компонентов, произведенных в странах СНГ. В результате уменьшения габаритов жилого, реакторного и носового отсеков длина Ясеня-М сократилась со 139 до 130 метров. Немного изменилась компоновка рубки. Более совершенные средства автоматизации позволили сократить экипаж с 85 до 64 человек. Также, по некоторым данным, количество торпедных аппаратов сократилось с 10 до 8. Друзья, не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Дата контракта на АПК «Ясень» мне неизвестна. Контракт на головной подводный крейсер «Ясень-М» был заключен в 2011 году. В том же году были заказаны 5 серийных. В 2019 был заключен контракт еще на 2 подводных крейсера «Ясень-М». Строительством атомных подводных крейсеров проекта 885М занимается производственное объединение «Севмаш», входящее в состав ОСК. К началу 2024 года ВМФ России получил 1 АПК проекта 885 и 3 проекта 885М. Один подводный крейсер проекта 885М был спущен на воду в 2023 году. И еще 4 были заложены в 2016-2020 годах. Посмотрим на темпы строительства. У Ясени-М среднее время от закладки до спуска на воду составило 7,5 лет, а среднее время от спуска на воду до передачи флоту – менее 3. Подводные лодки проекта несут службу на разных флотах. Оба головных крейсера «Ясень» и «Ясень-М» несут службу на Северном флоте, а 2 серийных на Тихоокеанском. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии.